Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Спонсором программы является группа компаний Green Apple. В Набережных Челнах представлено как кафе-столовая в IT-парке. Также работает в Елабуге, Казани и Иннополисе. В связи с расширением активно идет набор сотрудников на вакансии. Мы заботимся о наших сотрудниках. Социальные гарантии, бесплатное питание, униформы и вахта. Поощряем инициативу и обучаем. Для нас важна работа каждого, будь то директор, повар или уборщица. Green Apple. Приходи в нашу дружную команду единомышленников. В четверг, 18 июля, в Набережных Челнах днем дождь с грозой. Столбы термометра покажут нам до плюс 24 градусов, ночью до плюс 17. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4 метра в секунду. Желаю вам прекрасного настроения. До встречи на нашем телеканале.